В борьбе за главный приз участникам соревнований предстояло проявить себя в целом ряде спортивных испытаний. Встречная эстафета с палочкой, посадка и сбор картофеля, эстафета баскетбольная, эстафета флорбол-футбол, комбинированная эстафета. В расчет шли ловкость каждого участника в отдельности и умение работать в команде. В первый день соревнований на поле физкультурно-оздоровительного комплекса «Юность» вышли пятиклассники. Во второй день ловкость, силу и быстроту демонстрировали шестые классы. На таких соревнованиях начинающие спортсмены могут почувствовать вкус победы, поражения, командной борьбы, возможности вложиться в общую победу, сопричастность. Это то, что сопровождает каждого профессионального спортсмена. Эти соревнования вполне могут стать отправной точкой большого спортивного пути. Здесь в приоритете спортивный интерес, честная борьба и чистая победа. Веселые старты помогают развивать юным спортсменам такие качества, как работа в команде и личная спортивная подготовка. Как и в предыдущие годы, победителями среди пятых и шестых классов стали лицеисты, которые поедут представлять наш город на областном этапе веселых стартов, кстати, уже не в первый раз. На втором месте среди пятиклассников команда 10-й школы, на третьем – школа номер 3. У шестиклассников серебро взяла команда школы номер 6, а бронзу – 8-я школа. Лариса Панина, Михаил Жуков, телекомпания «Лобня».